Так, еще раз всем здорово. Я вспомнил ножи. Прошлый стрим закончился на том, что у нас крашнулась игра, и поэтому нужно сохранять автосейв. А, ну видишь как, даже здесь, даже на каком этапе она сохранилась. Так, а здесь уже другая. Bowman! Локация, блять, как поменять этот голос? Get moving! Чуваки просто бежали мимо, шили ну нахер. Ай, бляха-муха. Давай через лево пойдем. Наоборот, через справа. Так, и мы с вами искали боевых коней, блядь. Нашли мы с вами их. Сюда нельзя заходить. Нашли мы их вот здесь. Сохранить как? Просто хочу сейчас проверить. Сейчас сначала продамся, сохранюсь. Здесь у нас что по лошадям? Кстати, лошади здесь тоже есть. А сколько они здесь у нас? 450. Продать могу по 500. Смотри, я покупаю 453. Окей. Торговля. Продаю. А, уже цена изменилась.
еще хотел взять? Хотел мулов взять. Нет, много мулов я хочу взять. Парочку давайте. Так, сохраняем. Так, таверну сдаем. Сохраняю. И попробуем еще раз на арену к турниру присоединиться. На этом моменте у нас крашилось, судя по всему, сейчас опять крашится. Блять, куда написать даже? Пак репорт, я не знаю. Огонь. Да. Сейчас, секунду. Настройки сохраняются. Хорошо. Значит, здесь на турнир больше не ходим. Уйти нахер отсюда. Поехали за лошадьми. Я боевых уже купил лошадей, да? Нужна езда 60, у меня такой нету. Зато у меня есть те, кому эти лошади нужны. Стопы. Я же вот их хотел. Фу. А почему так? Ладно, похер. Давайте вот их нагнем. Ой, блядь. Bowmen! Move! Soldiers! Forward! Блядь, как этот голос изменить? Истерично. Чисто куда она... А, вот. Get him!
Никто даже у нас не получил повышение. Ну странно, кстати, было же. Блять, окей. Снимать. А, могу одного. Лошадки. Так, что-то я, блядь, разошелся. У меня же денег-то еще совсем тю-тю. 38 мы играем пока. Так, мы хотим кого-нибудь вот здесь пострелять, да? Ну, мало ли, кого-то найдем там, все дела. Еще мы хотели какой-то армии присоединиться. Их, блядь, не успела. Что за тестер? Кто у тебя здесь? 9 стрелков, 41 пехота. Чё, будем? Нет, здесь, блядь, наверное, деревья. Пехота 36, пехота 41. Пехота 36, пехота 41. Давайте. Лишь бы было поменьше деревьев. Move! Move! Infantry! Move out! Я без коня убил. Infantry! Get moving! Они, наверное, не дураки, они могут сюда не пойти. Сами. Да, они стоят, тоже ждут. Soldiers! Сучки. Move! Loose formation! Hear me! Move out! Footmen! Make a shield wall! Worry! Move! Так они через мост стоят, да? Arrows! Forward!
Forward! Bowmen! Soldiers! Move! Footmen, hear me! Move arrows! Get moving! Так, пошли. Вот вот здесь. Forward! Тиран нас бежит. Опа, нихера себе. Где я такой взял? Эти-то лучше. Это надо дать. Кто у нас с луком-то молодец? Дед Хир с потерянных лучников. Этот арбалетчик с потерянных лучников.
Soldier! At them! Shield wall! А, блядь, а куда их набирают? Мне же нельзя. Или можно? А, мне можно. Еще даже 51, еще же троих можно. Кстати, сейчас кое-что хочу проверить. Давайте возьмем стрелы. Оп-оп-оп-оп. Вот этот был мне завязать. Нет, не этот. Тридцать. Слушай, это лучше, чем у меня стрелы. Ну, в смысле, хотя бы по количеству. За 1000, конечно, рано еще покупать. Так можно сделать. Так, щит. Поэтому надо арбалет, да, по-моему? Блять, арбалеты дорогие. Проходишь пока пустой. Короче, как я понял, 90 это за каждое уничтоженное подразделение вражеское. То есть теоретически мы можем еще выловить какой-нибудь мелкий отряд. Хлопнуть его, нам еще 90 будет. Получает уровень. И где он, в чем здесь получает уровень? Вот этот уровень. Так, здесь вот это мы хотели, управление тоже надо прокачать. Остальное есть. Пока еще зазор. Удовство только нету. Пойдемте на вражескую территорию, будем дальше пытаться. Скорость у нас, конечно, не очень высокая. Пленные. Пленные нас тормозят, причем так достаточно нормально тормозят. Заключили мир. На Окейна. Кто еще? С кем еще мы воюем? Больше ни с кем пока, да? Ну,
хорошо. Влияние заработало. Контактный минус один? Ничего себе. Пойдемте допроситься в лорды. Может, так я в большой минус уйду. Без войны и будет в статусе наемника. Блять, долго с тобой буду бегать-то, алё? Тик, потекай, чупачу, 42. Шесть, еще троих могу. Это вот Триария бы взять, но не пойдет. Ладно, остальных сдам. Кто такой Урик? Я что хочу. Мышка, клавиатура, так. Предмет, не предмет, двигать отряд. Быстрое сохранение, ускорение камеры, приблизить, прокрутка мышью, пауза. Время занимает пробел. Редактор, персонаж, С. Нет, не то. Инвентарь, энциклопедия, королевство, клан. Задание, отряд, открыть генератор лица. В, может быть. О! Не хочу этот голос. Backs to each other! Вернее, вот этот хочу, по-моему, да? Give him hell! Side! Stand fast! Man the ladders! Fire! Ладно, оставлю вот этот пока. Че вот это вот за звук, блядь, интересно? Ой, блядь, я глаз не хочу. Какой-нибудь такой еще можно. Так, мы пока ни с кем ничего никуда. Мне надо найти этого хрена. Этого вот... Нет, не этого.
Сторге вот этого хрена надо найти. Ты мне не скажешь, где он был последний раз? Так, денежка-то заканчивается, ребятки. Где вы есть? Где вы есть? А я все, я не наемник. Нет, я, наверное, наемник до сих пор. Королевство. Кланы. Да, наемник. Я до сих пор наемник. Отречься. А, потом легко можно будет отречься, если что. Окей. Так что? Форин. Замок Оф сегодня был. День Формур сейчас идет. Урик. Опять Сига. Кто такая Сига, кстати? Сестра Олика. Блять, где этот Рагнарок, или кто его зовут? Бабосики-то утекают тихонечко. Денег нет. Раганват. Раганват. Замоков. Больше не выходил оттуда, что ли? Валла.
Так. Вландия. Отлично, поехали тогда. Во Вландию. Infantry, move! Так, вот это вроде приятнее голос. Infantry, attack! Form a shield wall! Замок, замок, замок. Где не замок-то? Ух ты, блядь, жратвы. Разнообразное закончилось. Блять, мне сейчас вообще ничего не платят эти петушары. Так, я уже ушел не туда. А, вон они нигде. Окей. Но я его не победил.
69 еще как-то. 43 пехота, 18 стрелки и 8 кавалерия. А, серьезно. Он ко мне идет. 69. Давай вот сюда вот стану. Сюда вот. Если он хочет. 71. Ну, блять, я его не побежу. Не взять мне его. Так, валандийский кавалерист 1, валандийский новобранец 17, легкий всадник 5, валандийский пехотинец, валандийский пехотинец, вазирметр какой-то, оруженосец, искусный арбалетчик, валандийский мечник. На 17 у него одних только 17, у него новобранцев. Новобранцев 4. Вперед на 70. Давай, короче, его вот поставил. С паузы снял. Если он на нас нападает, а он, скорее всего, к нам и идет. Да, преследует отряд Рагнар. Берем коня. Наверное, хрен с ним с маневром. Седло. Копье. И, блять, погоним. А что делать? Плаща у меня нет никакого, блять. Столько вещей было. Ни разу не хватило соображалки плащ взять. Давай. Поболтаем. 56 на 70. 14 человек разницы. Излишне, но подожду, не подходи ко мне ближе. Не хочу, чтобы меня неожиданно заказали меч между ребрами. Как вы хотели сказать. Я Рагнар, а ты кто? А кто ты? Я Варантин. Варантин. Ох, ёпта. Ох, ёпта. Ты один в этом клане, что ли? Варантин. Короче, мы с тобой чем-то похожи. Ну, давай. Я слышал вас. Я не в настроении перешучиваться, поэтому избавимся от любезностей. Может, нам придется драться? На самом деле, я думаю, что вам следует сдаться. Блять. Ну, Вахлак, это если что твоя вина. Учти. Семьдесят на 56. У меня конных лучников. Сколькин хуй, ну ладно. Сюда ко мне. Bowman, forward! Лучники. Archers, forward! Так, сюда. Infantry! Пехота. Вы под камнем. Forward! Стена щитов. Make a shield wall! Четверочка. Horse archers! Пока move! Здесь. Я их пока не... А, вон они идут. Так, ладно, все, работаем. Работаем, работаем, работаем. Так, два конных лучника, да? Everyone, horse archer, forward! Конный лучник в атаку. На нахер. На нахер. Пехота в атаку.
конные лучники, работаем, ребятишки, работаем. Так, кто тут? Опа, там кавалерия. Так, мне интересны вот эти вот. Конные лучники, работаем. Так, одного мы сложили лучника, да? Работаем, я этими сами разберусь. Пехота в атаку. Стена щитов. Самому, конечно, надо либо командовать, либо воевать, потому что вдвоем здесь, ну, сразу за, ну, здесь ни хрена не получится. Ну вот его. По сути, его элитные войска были. Видишь, они даже не уходят, они убегают, они отступают тупо. Нужна кавалерия еще, видимо, чтобы таких вот гасить. Слушай, потери большие мы несем от одних только этих вот арбалетчиков. Большие потери мы понесли. Да, 14 человек. Гуляй, козел. Слушайте, мы один хер будем в плюсе. Классный бой. Да, Ахлак, тебе спасибо, поддержал. Так, давайте на кавалерии, наверное, будем качать. А, блядь, я уже ушел от кавалерии, да? Тогда сюда будем качать. Медаль. Стуркский воин, мы идем по левой ветке. Итак, раненых, в принципе, мы можем отпустить. Пока подождем. Этого можем отпустить. Выгода, конечно, есть. Ты чё, смотри, сколько пленных. А, блядь, это пленные, ёбаный рот. Сорян. Я чё-то раскатал губу. Раскатал губу на то, что здесь будут эти. Это, я думал, их пленные. Типа их пленные, это мои потенциальные воины. Лошара. Ну как-то так вот берем по максимуму. А так смотри, хряки, пиво, оливки. Блять, кстати, пиво. Может пиво открыть? Нет, с пивом я, наверное, так бой бы не провел. Так, у нас кто на конях? Никого нет? Так, чихну. Будь здоров, спасибо. Пошматью. Ух ты. Шапка головы. Держи. У тебя шапка головы.
25 у тебя лучше, да? Тебе мы поменяли. Отлично, так, теперь ножки. Стопы, ножки у меня лучше. Ручки. Сюда. Еще одна шапка головы нормальная. Еще одна. А, та же самая, господи. Так, вот она и накидка. Плащи пошли. У меня плаща нет еще вообще никакого. Ну, он типа прибавляет брони, поэтому, наверное, вещь интересная. Так, у вас что? Сапожки. Его лучше. Лучше здесь, лучше вот эти ручки. Его лучше, шапка у него лучше. Так, щит. Блять, вот этот щит даже лучше. Болты. Где мой хрен? Ты холмы. Тебе надо болты. Дорогие буду арбалеты. Арбалеты мы еще лупим. Вот так здесь будет арбалет тогда. По оружию. Ёшки-матрёшки. Смотрите, еще оружие какое у нас есть. Мой меч. Опа. Нет, не то, что я хочу. Слушайте, вот это вот, смотрите, она по урону-то побольше. Я тоже одноручная. Единственное, что длина его поменьше, но не на так уж и много меньше. Так тогда сделаем. Ну вот выгода уже есть, как минимум. Хорош. Еще и подросли немного. Да, тактически подросли. Шикарно. Шикарно. Так, 42. Ну, прорядили нас. Нормально так прорядили. А мы сейчас за счет пленных попробуем подняться. А, главное, чтобы здесь особо никого не встретить. Так, чего мне хотите продать? Наград, ну за двадцатку, наверное, можно и дешевле найти. Давайте-ка мы сходим от греха подальше, продадим вот это все Г. Прокачаемся по дороге на вот этих бомжах. Продавать срочно, пока не забрали. Да. Поэтому я и бегу. Так, работаем. Опа, я на коне остался. Ну ладно, надо верховую езду тоже качать. Прокачаем сначала верховую езду. Так, ребятки, вы пойдете вот сюда. Снимайте свои щиты. И стреляем лучниками сейчас. Скачаем лучников. Не надо побольше конников. То есть у меня вот сейчас есть там сколько? Три конных лучника. Один раненый, 4. Надо штук хотя бы 10. Это уже будет такая сила хорошая.
face that way and kill them all! Charge! Почему вы все время один с собой, нельзя пару всадников брать? Можно, вот мои, как бы... Разворачиваемся сюда. Из вот них, из бойцов тоже можно сделать... Блять, одного ранее. Обученный воин. Из них тоже можно сделать всадников с собой. Можно дать моим товарищам, которые... Так, не буду я брать грабителей, вот этих забираем. То есть вот этим моим чувакам тоже можно дать коня. Ну, кстати, вот этому почему бы... Ну, не видишь, они без навыка катания на лошади, скажем так. Хотя, блин, давайте-ка ему дадим. Потому что он с луком, в принципе, он может ездить. Этот будет с арбалетом. С арбалетом на лошади не покатаешься. Этому вот вьючную лошадь можно дать, пускай качает навык. А там, глядишь, это боевой дорастет. Когда один против всех, там носишься. Да, надо конницу, надо качать, безусловно. Конница, она качается. Блять. Их 46. Кто у них по войне? Итак, у него пехоты 35. Кавалерии 10. Видишь, кавалерии уже 10. Стрелок всего один. Пехоты 35. У меня сколько пехоты? У меня пехоты всего 19. Они нас замесят. Они нас замесят. Мы даже стрелками ничего не успеем сделать. Плюс кавалерия. Плюс кавалерия. 38 на 46. Кавалерия. Кавалерию можно завязать вместе с конными лучниками на себя. Так, кто у тебя там, брат? Показывай. 13 пленных у него, кстати, можно будет себе забрать. Ну так чё, вахлак, бьем его, нет? Итак... У него 23 только новобранцев. Ха-ха! Давай, иди сюда. Друг. Иди сюда, ёпта. Иди, иди, не бойся. Блять, можно вот арбалетчиков еще прокачать. Догони сначала, да-да-да. Оборачивается, фак показывает, да? Вот, конница, видишь, у меня теперь появилась. Но видишь, у меня из-за пленных... Я сейчас немного проседаю по скорости. Но он где-то где-нибудь да ошибется, я так думаю. Так, в качестве вассал вы получаете плюс один к влиянию ежедневно. На 30% больше продукции из ферм. Так, в качестве вассала. Я все-таки стану вассалом, когда не встречу этого хера. Опа! Вот так. Ой, да ты девочка. А ты замужем? Сдавайся или умри. Я не хочу с тобой сражаться. А мне пофигу, хочешь ты или нет. Я про бабу. Ты давай-ка, блин, хорош. Так, отлично. Лучники пока вот здесь. Пехота вот здесь. На счету конница. Вся за мной, конные стрелки за мной. Погнали. Так, вот она, кавалерия. Мы сейчас их завяжем. А с этими справиться.
наши товарищи. Я так думаю. Ага, блядь, завязали. Ой, блядь, он с кавалерийским этим шел, сука, рыцарским ударом. Вот это уже опасно, реально. Ну, вроде наши тащат, ребятки. Нет, я не буду... Ой, нет, я не буду мотать. Блядь, как я лоханулся, пропустил этот удар. Это жесть. Я прям видел, как он опустил этот копье. Плохой знак, да-да-да. Ну, блядь, ничего не сделаешь. Но все равно мои затащили, ребятки, молодцы. Это вот эффект от... Опа, хорош, кавалерийство. Мы потеряли всего одного. И это был ладийский арбалетчик-новобранец. Да, я мог быть пока только раненый. Иди домой. Улыбается, блядь. Ой, ептать. Брать-то некого, воины. Чпоньк, чпоньк, чпоньк. Грабителей брать не буду к себе в армию. Так, из вас. Из вас. Мне можно взять 12 человек, ребята. Все не поместитесь, сразу говорю. Валандийский рыцарь берем. Хороший товарищ. Ты пойдешь. Ты пойдешь. Пойдем ты. Ты. Еще двое. Все не вместитесь, не спешите. Так, одного надо выкинуть. Ну вот тебя пока уберем. Конницу я хочу набрать. Конницу. И в надежде на то, что они все-таки переметнутся к нам. Двоих надо брать. Двоих. Ландийский. Раз. Блять. Ну не факт, что вот этот мечник, конечно, он переметнется. Ладно. Будем надеяться, что они все-таки будут к нам потихоньку присоединяться. Древесина — это хорошо. Твердая упряжь. Ты у меня на коне. Это хуже. Окей. Так, ты у меня на коне. Лошадь, лошадь. Мне надо до боевой докачаться. Для этого мне надо, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, мне нужен уровень 60 верховой езды. А он у меня пока... Ой, ой, куда я написал? Так, давайте сохранимся. Он мне только 24. Ну вот сейчас буду ездить на лошади все-таки везде. И в бою, и не в бою. Так, и мы с вами хотели попасть все-таки в город в какой-то, да? Так, мимо него и проскакали. Ну, давайте вот в этот сходим. Ну, мои бойцы, конечно, красавчики. Так, торговля. Еще раз пометил. Пометил. О, блядь, а вот это-то я не смотрел, что мы еще здесь наборовали. Смотрите, 16, а эти 21. Прекрасно. 20, 29. 20, 24, 20, 25. Нет, так и осталось 180, сука. Так, ну дальше, по идее, ничего уж лучше не будет. Может, более дешевое. Так, по защите. Ничего нет по оружию. Чисто теоретически, можно сейчас нанять еще одного себе бойца. Его одеть. Одеть. Там даже есть лошадь для него. Да, давайте, наверное, так и сделаем. Сейчас пройдем в этот... К таверне. О, смотри, девочка какая-то с косичками.
Мой отец был фермером, и да, там неподалеку от Санки. По закону, пока он платил треть урожая в виде налогов, его нельзя прогнать с земли. Но домовладелец решил провести овец со всем этим юридические успехи. Так, давай-ка мы тебя посмотрим. Ты опять тоже разведчица, одна ручка с арбалетом. Ну, наверное, недорого будет стоить, но пофиг. Одна ручка же есть, есть. Сражаться будет арбалетом, стрелять будет, будет. Давай, сколько ты будешь стоить? 500, держи. Давайте ее сейчас нарядим. Остальное продадим. Так, тебе надо, наверное, какой-нибудь меч. О, у нее меч-то хороший, смотрите. Вот такой же у нее почти меч. Держи тебе меч. Шапку головы. На ноги тебе штучки, дрючки, перчаточки у тебя. Держи. А, верховой езды у нее нету вообще, но мы, наверное, ей лошадку какую-нибудь дадим. Пока нету арбалета, пускай ездит на лошадке. Качает. Блять, я не туда скинул. Так, окей. Окей. Мне в Total War было понятнее играть сверху, все видно, войсками можно управлять гибко по ходу битвы. Ну да. Нельзя самому просто врываться, понимаешь? То есть здесь вот моя ошибка в том, что я команду, расстановку сделал и побежал воевать. По идее, я должен врываться потом на самый проседающий фланг, скажем так. А я бегу как бы на пролом. Вот это моя ошибка. Так, ей нужен арбалет. Давайте, наверное, возьмем сразу по арбалету. Ей нужны болты. Абсолютно одинаковые. А, и цена у них одинаковая. Этих вот побольше. Так, возьмем ей болт. Арбалета нет, да? Офигеть. Ну ладно. Пускай хотя бы болты будут. Мы тебя еще не одели. Правильно я понимаю? Шапку мы тебе дали. Плащ дали. Надо какую-то куртку, наверное, подобрать получше. Например, вот это будет получше. Это вообще 14 броня. Давай вот так вот. Так, ну все. Все остальное, значит, продаем. Ну вот, 4,5 мы с вами наторговали. Нормас. (1298) Охереть, отряд. Вот и здесь проверим, как дела. Опа. Стоямба. Там у нас какая-то война идет. Наши замки берут. Ох. Погнали. Вот это вот сейчас схлопнем. Кавалерия 9, стрелки 6, пехота 31. Новобранцев 17. Поехали. Блять, или поучаствовать. Участвовать можно в осадах. Хотя какой смысл? Я здесь лучше прокачаюсь. Так, стопы. Давайте наберем себе еще бойцов. Так, еще кавалерист у нас появился. Прекрасно. Так, 5-0. 5-2. Почему вот у него скорость по снегу выше. Так, а здесь мы сейчас тебя это и подловим. А здесь-то мы сейчас отсечёныш. Ловите его, блядь. Ловите его быстрее. Чё, не сняли осаду?
выскочил прям из рук. Практически. Так, сейчас еще подуменьшим. Как-то скорость стала еще меньше. Почему? Пленные люди в пределах группы. Люди в пределах группы. Что такое люди? Груз в пределах вместимости. Пленные мне дают минус 0.5 по скорости. Лимит чего? Охереть. Один хорош. У него 5-2. Блядь. Догоню. Хотя мы все ближе и ближе. Если он за какой-то затык заткнется. Блять, он восстанавливается потихоньку. До 50 может дорасти. А вот здесь сейчас можем заткнуть его. Вот он. Тут такой хоккей с мячом, все дела. Так, у него конница есть, да? Сейчас быстренько расставляемся. У меня конница теперь тоже есть. Блять, надо сначала людей забрать. Ну ладно. Окей. Так. А, прекрасно. Здесь есть маневр. Archers! Forward! Так, loose formation! Сосредоточились. Вы встали здесь. Стена щитов. Конница. И конные стрелки за мной. Вас приведу на фланг. Да блять, пропустите вы меня-то. Хотя конные лучники, вы уже погнали. Вы знаете, что делать. Пехота в атаку. В атаку пехота не годит. Гонят, гонят, блять, лучников. Ёб твою мать. Лучники, красавчики, блять. Так, лучники, поворачиваемся вон туда. Работаем по арбалетчикам. С этим я разберусь. Хорош, молодцы. Блять, он сарф с этим опять рыцарским ударом. Хорош. Вот сучёныш, блять, я смотри. Кто меня нет? Троих я потерял все-таки. Снес. Ну на копейщика. Вот, кстати, я думаю, это поехал твоя тактика, да. Похоже. Похоже на нее. Так, следопыт. Мне не нужны следопыты. 54. Я наберу из этих. О, бля, пленных сколько. Пленных. А я могу взять только шестерых. Но однозначно это будет кавалерия. 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 Четверо?
Да, еще двое. Давайте вы еще двое. Можно арбалетчиков, наверное, уже прокачивать. Вот она, древковая. Третий уровень однозначно мы делаем. О, арбалетик. Ты не можешь, а вот ты можешь. Вот ты дождался своей темы. Только давай-ка мы... Так, тебе первым делом тебе будет арбалет, ты будешь стрелком. 430 у меня. А у меня 300. Да у меня до накидки до сих пор нету, что ли, а почему? Я ж себе делал плащ. Так, сорян. Так, а может он тоже будет первым делом конным лучником? Сделаем. Так, тебе арбалета пока нет. Короче, вот этот кавалерийское копье может делать рыцарский удар. Так, ну, как всегда, скорее продавать. Ага, вот это я забыл. Так, есть арбалет. 9000, ты охуел. Этот бы взять лук, мне, наверное, было бы лучше. Так, где воюем-то мы? Вот здесь. Поехали еще. Вообще нам надо уже к этим товарищам идти. На службу лорда, может быть, даже замок какой-нибудь. Зафигачим. Так, мне что-то здесь дали. Одно очечье. Мы хотели инженерию, да, качнуть. Обаяние. Нас уже были известности от сражений. Окей.
подожди, сколько у меня? 53, 56, и двоих только могу взять. Вас, наверное, сразу нахер. Кавалерию хочу набрать. Хочу набрать кавалерии. Кавалерии, либо вот этих вот шестых уровней крутых чуваков. Так, это забагованный город. С турниром мы туда не заходим. Опа, попалась. Её батя как раз царь. Да, мы рассматриваем все предложения в таких вещах. Обдумает ваше предложение, напоминает какую-то привычку. Сможем... Так, главное нам тебя не потерять. Ты, блядь, лазишь. Постоянно. Все, у меня пока предел по людям. Если только кого-то попросить отдохнуть. Что это было у тебя? Конь заболел? Почему? Почему заболел? Типа я не поскакал вперед. Даже сам сказал, что неправильно так делать. Так, у нас еще есть древесины, две штуки. Можно сделать уголь. Стоял. Ну, блин, ты прав на самом деле. В том, что нужно, если уж ты начальник, будь начальником. Что у меня по людям? Я еще одного спутника могу себе нанять, поэтому давайте мы сейчас этим и займемся. К таверне. Бредан какой-то, железное брюхо. Я
Я ботанец. В течение последних 10 лет сражался за империю. Более того, большинство ботанцев моего возраста. Давайте посмотрим, кто он, что он. Одноручная, метательная и быстро бегает. 36. Ну, блин. Посмотрим, что ты стоишь. Тоже 500. Чё тут, что-то дешево так стоите. Либо я, вы мне такие попадаетесь. Ну, хрен с тобой, пойдем. У тебя косичка на бороде. Железное брюхо, у тебя меч. Ну, неплохой. Неплохой пойдет. Дойдем тебе пока лошадь. Будешь на ней пока ездить. Так, ноги. Шапка головы. Вот это лучше шапка. Ну пока так, а там посмотрим. Все, должны отдохнуть, прежде чем сможете выполнить это действие. Давайте подремем. Так, рыцаря мы заберем по любасу. Девять пятьдесят восемь, блять, почему? Так, Сигу надо догнать. Нахер продаем сейчас все это, да? Это тоже. На 500. А, нет, она же сказала, пошел нахер. Да.
наш шеф. Замоков, это недалеко. Ротогорс, вот как раз он. Давайте попросимся к нему на службу. А чё они меня не хотят сейчас брать на службу, что ли, не пойму. Здорово, мех. Я не понял, блядь. Короче, я хочу к вам. А, это не тот. Это не хозяин. Это не хозяин. Так. Мне нужен Роган-Ват, ёпта. Роган-Ват, это был в Болгарде. Вот он. Давай. Нет, не буду я эти кальрадию пока отдавать. Слушайте. А, освободиться от клятвы, данной вам, блядь, которую мне хотелось бы обсудить. Так, а... Вы должны присоединиться к королевству, прежде чем поддержите его сознанием знаменем дракона. А как мне к нему присоединиться? Типа, может быть, у меня, наверное, просто еще ранг клана не позволяет на службу идти. Ну, окей, давайте посмотрим, что там с кланом у нас. Ёшки, 9 штук, 9 очков осталось набрать. И мы дорастем. Хм. 9 очков. Это 3 турнира победить. Блять, вот сейчас куда идет? Потом опять хрен найду. Опять зависло все, блядь. Что-то не очень удачный патч, как я понимаю.
Так, небольшой краш. Не берем больше эту миссию. Блять, ну я надеюсь, что скоро поправят всю фигню. Пятнадцать 46 минут, блять. Это мы проходили. Вообще должны были взять меня даже с таким рангом клана. Хоть какая-то херня. Сколько я сказал? 9 штук, да, мне надо? Давайте я прям за ним сейчас пойду, за этим товарищем. 58. Мне можно еще, знаете, что сделать? Можно создать еще один отряд. Ну, с одним из моих товарищей. И, скажем так, либо таскать его за собой, либо он сам будет развиваться. А этих перетянуть. Ну, это... Ладно, сейчас до первой битвы, а там... Вот он, товарищ. Archers! Move! Infantry! Move! Soldiers! Forward! Move! Foot! Form a shield wall! Archers! Forward! Полный красивый. Пивасик, блядь, пивасик прям так и намекает сегодня. Так, давайте подождем его вот здесь. Хера этого. Который у нас с ним. Опять зависло, что ли, нет? Хера этого, который с ним не хочет брать. Рагнар 4 потерял. Блять, как? Так ты, дядька. Шесть, еще двоих могу взять. Как раз двоих.
Чё его промазал? Ну ладно, давайте сейчас подождем, прокачаем свой клан. Нам осталось 6 известностей получить. Это еще раз попробуем к нему попроситься. Рыба по девяточке, ёпта. Хоть всю бери. Стало по десяточке, прикинь. То есть я столько много взял, он сразу стало по десяточке. А, это мы не хотим брать, да? Иначе опять крашнется. Так. На ком здесь качнуть известность. Еще двоих потерял. Нет, автобой вообще нельзя никак. Никак нельзя автобой. Никогда больше автобой не буду ставить. Где его дочурка-то? Вулдар. Сейчас пойдем. Да, приятно иметь возможность познакомиться друг с другом. Давай. Итак, слышу, что вы много путешествовали от странные ужасные вещи. Давайте поведайте мне о своих странствиях. Люди редко доживают до возраста, когда могут сами решать свою судьбу. И то, что мне посчастливилось быть в их числе, большая удача. Так, а кто она у нас? Она у нас скупая и жестокая. О, хорошо. Да, возможно, вы правы. Среди ваших последователей соперник врагов должно было бы встретить много интересных людей. Вы все интересные люди. Так.
Львиная доля людей готова воткнуть нож в спину ближнему за несколько медиков. Так, она у нас... Еще раз, скупая и жестокая. Если не держать поблизости пару друзей, можно будет сознать, что этот ближний ты. Все интересные люди, которых я знаю, проливали за меня кровь на поле брани, скрывая от плеча до пояса даже самых свирепых разбойников. Жестокость, распущенность, насилие, список людских грехов очень интересен, но не думаю, что именно это вы хотели услышать. Отлично. Да, возможно, вы и правы. Некоторые люди говорят, что у вас великое будущее, предположим, в ваших руках есть власть. Что бы вы выбрали? Жестоко. Давайте расчетливать. Само собой, займусь укреплением своих позиций. Убийство там, предательство. Блять, не знаю. Если бы у меня вот длинный список дел, забот, начиная поборами, заканчивая обсуждением блюд на ужин. Блять, что выбрать? Отлично. У нас много общего. Возможно, мы сможем поговорить и обсудить больше, когда увидимся снова. Окей. У нее так себе, конечно. Управленцем, если ее только сделать. То есть так, если в клан ее забирать к себе... В качестве жены-мажены. Оп! Стоп! Стоп, 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 стоп. 4-6. 5-6. Погнали. Стоп, 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 стоп. Все пехота, погнали. Отлично, не жди пощады. Окей. Так, давайте щит сюда. Forward! Пехота вот здесь. Стена щитов. Make a shield wall! Кавалерия пока Infantry! Forward! Horse archers! Пока ждем. Move! Блять, давайте поближе. Блять, они все убегают, что ли? Так, давайте в атаку. Кавалерия. За мной пока. А, нет, они бегут сюда, господи. Вытащите нам их, мы постреляем по ним. Так, лучники, у тебя может идти работать. Give him hell!
хера себе, блядь. Хера себе, блядь. И такие они простачки оказались, как оказалось. Семерых сложили у меня. Ничего себе. Неожиданно. А, можно теперь 83 охереть. Я же думал, блядь, мне столько сложили людей. Еще троих могу взять. Ёпта, а я рыбу же дохерища брал. Ёпта, я её продал, что ли? Ой, бля, дебил дебилыч. Так, это 280, а это 260. Это чё тяжелее. Давайте тогда вот так, наверное, всё-таки. Все, пока. Так, известность мы добились, да? Давайте опять искать этого кренделя. Да, мы уже теперь с флагом ходим. Вот он ты. Вот он ты, гаденыш. Вот он ты. Вот он ты, гаденыш. Давай поболтаем. Хочу к тебе на службу. Да, милорд, хочу больше, чем просто наемник. Есть ли возможность заявить о себе как о вассале? Конечно, я готов присягнуть. Мое почтение вам, великий король. Ты защитник нашего народа перед всеми угрозами. Я даю вам слово и клятву. Пусть под вашими знаменами биты до тех пор, пока дыхание не остановится. Аля, стурки, мы молодцы.
Мы красавцы. Врок присоединился к Стургии. Отлично. Я благодарю тебя, милорд. Так, знаете теперь, что бы я сделал? Раз уж так все хорошо складывается, чтобы потом второй раз заново не начинать. Сохранить как? А, северяне. Северяне. Три дракона. А, подарил знамя. Подарил знамя. Сейчас хочу... Ну, скажем так, подарить знамя Стургии и с ними пройти эту кампанию, скажем так. Блять, опять зависло все. Ёп. Блять, сейчас заново надо выбиться, судя по всему, блядь. Чё-то сегодня, блядь, неудачный патч какой-то. Вообще реально херовый патч. Либо у меня что-то как криво встал. Отдал знамя. Может, сильно короткое? Ой, сильно длинное. О, хорош. Ну и давайте ему сразу же дадим это знамя. Правильно, да слышал я про него, слышал. Что ж, да мне даже слышу, что ты завладел этим великолепным артефактом. Это будет мощный инструмент в наших руках. Люди поверят, что небеса передали нам власть над Кольрадией вместо империи. Помощь королевству. Стать антиимперское, знание дракона, дань выбора, создать антиимперское королевство. Одна из ценных, самых ценных услуг, кто-либо оказывал. Я очень благодарен. Все, погнали. Щемить всех. Так, 53. Ко мне никто не хочет, да? Ко мне пока никто не хочет. Итак, чтобы империя пришла в упадок, у нее должно быть меньше, чем 4 поселения. Если это произойдет, другое королевство может стать доминирующей силой в Кольрадии. Окей. Будем пока так отыгрывать. Здесь оба создали армии, тот и другой. Так, всего лишь плюс 100 они мне платят. Блять, недорого, ребята, недорого. Зерно, ёпта, нихера себе. Какое дешевое. Ну и на кого вы с таким войском собрались? Давайте похожим с вами. Влияние понаращиваю. Слышал, короче, да, про эту акцию, просто смотри, сейчас, ну, допустим, тебе нужен какой-то там порт, ты его занимаешь, да? Блять, они еще мои припасы жрут, суки. А, ты его занимаешь, блять, тебе надо почитать сколько, ну, день мне минимум надо убить, надо, чтобы прочитать, как летать, как что делать. Потом полетал, понравилось, ну, блин, акция-то прикольная, классная, ну. Просто мне не очень комфортно. Так, а теперь нам надо найти
бабосиков и построить хотя бы одну какую-нибудь мастерскую, либо караван захерачить. Сука, зачем брать, собирать армию, блядь, и ходить по своей территории, собирать народ? Что за дурачество? Саргот. Вот к этим вот я пойду, блядь. Ребята, извините, конечно. Мне здесь больше нравится, блядь. С вами кататься по своей территории смысл какой. По своей территории я и сам могу покататься. Я особенно все более или менее попробовал с лосев 5 попробовать и газель. Так, а что за ребятишки меня преследуют? Чисто пехота. Блять, ну они такие дурацкие, конечно. Не вот эти вот стреляющиеся идиоты. 28 имперских новобранцев. Херак не может их. Да, сказали, вот это вот исправили. Проросла борода через кольчугу. Я даже не столько с камнями, они с этими. Блядь, не очень, не мое, не моя локация. Очень не моя локация. Archer, move! Loose from soldiers! Forward! Form a wall! У меня мало пехоты, получается. Да, пехоты очень мало. Mountain, move! Move! Пехоты очень мало, надо пехоту качать. Стрелки это, конечно, хорошо. Давайте вот сюда. Forward! Так, конный луч. Попробуем. Просто они числятся как пехота, но на самом деле у них вот эти вот дротики дурацкие, блядь. Они меня в прошлый раз как вынесли. Infantry! Give them hell! Все еще остается шарлотить, тем не менее, я благодарен вам. Беги нахер отсюда. Блять, 64 человека.
Так, 85, 35. Останется 4. Остальные крылья наконечников. 73, ладно, пока оставим моё. Бля, у меня одно зерно, все остальное эти херы съели, блядь, козлы. Так. Сюда пока все скинем, попробуем. Зерно тоже дешевенькое. Так, 147, не так дохера зерна, в принципе. Вот рыбу бы можно было бы взять. Она, блядь, дорогая здесь. Даже дороже мяса. Так, 17 рублей мы накопили с вами. 17. Уже пора бы нам где-нибудь. Ладно, давайте сейчас сходим на штурм. Кого они там штурмовые-то? Блядь, мы сюда уже не успели. Мы едем дальше. Разбойники. Здесь нам ничего не надо. Арбалет можем глянуть пока. Пройтись к таверне. На Арзагос. Зачем мне к нему? Ну, давайте поговорим. Так, торговля. Арбалет мы хотели посмотреть. Блять, лук бы себе взять тоже хороший. Хотя бы вот такой. А, я уже такой взял, сорян. А арбалетов нету. Увеличить очков жизни персонажа на 10. Увеличить скорость перецеливания. Давайте. Персонажа лучше нам возьмем. Бля, здесь у нас ребятки атакуют. Так, весь 73. Но я им ничего не сделаю, конечно. Давайте пока покачаемся. Archers! Forward! У меня мало. Куда все делись-то? Короче, видать, эти сильно меня покоцали, блядь. Крысы, которые...
Attack! Form a shield wall! Походу сейчас будет здесь махач. Ёмах. Ну, вы чё, блядь? Сопроводить их просто решили, что ли? Атаковать нахер всех. Так, танки сберет. Танкист берет стрелков всегда. Там моих конных лучников, только не парите, блядь. Так, зелененькие тоже наши, если что. Forward! Move! Stand upon! Ты зачем сюда идешь? А, вы меня решили? Чё это, блядь? Накидываем тогда ему бочину. Так, лучники сюда работают. Сюда повернемся, херачим.
Могу только четверых, ребят, сорян. Стан знает расширение Стурги. Ходят слухи, что Стан хочет уничтожить все, чего вы достигли. Будьте готовы. Окей. Давайте, мальчишки, что-нибудь уже захватим. Этот замок. Так, сейчас будем метаться из стороны в сторону. Пришли, осадили и захерачили. Что там, блядь, метаться? Все, погнали. Почему у меня здесь ничего не бежит? Какая штучка, что строим лагерь, все дела. Так, сейчас опять будет битва. А, ботаницы подошли. Помочь. Помочь. Атаковать. Штурм. Штурм. Что-то город-то, блядь, какой-то слабенький. Получается, да? Копье мешается целиться. Так, мне вот этот не нравится. Убежал. Ну нахер. А мне кто-то стреляет все-таки. Что ли, сученый же, блядь, долбишь по мне. Прячется прям чётенько, да? Это по мне долбит. Все, у меня нет больше снарядов.
мальчишки зря, конечно, надо построить все-таки что-то. Так, лучше, по-моему, развивали, что-то по-другому. Кстати, хотя бы топор подберу, ёпта. А что здесь происходит? Эй. Это что происходит-то? Дураки, блять, какие-то. Там кто-то долбит с этой, с арбалетины, с этой дурацкой. Вот это вот надо хлопнуть. Мы так до утра здесь будем ходить. Так, не туда вышел. Опа. Хера не уберет, ну ладно. Тюк. Тюк. Меня вообще видишь, нет? Тюк. Все уже. А, и все. Еще один запрятался. Теперь все. А, еще один. Странный какой-то штурм. Странный вообще какой-то город. Что там? Проголосовать за нового владельца. Да.
проголосовал. Даже проголосовать не могу. Так время-то уже 9, ребят. Почти. Майлор, вы что? Делать всю эту деревню? Ну, хорошо. Я же это делал. Хотя, наверное, теоретически надо было выйти, наверное, из армии. Странно, ребята, вы атакуете. Вот отсюда надо было, наверное, нет? Я сейчас не удивлюсь, что этот город отдадут мне, и мне сразу же его отобьют. Это все, видите, то есть городишки такие очень слабенькие в плане постройки. Опа, битва. Их больше. Ну, в принципе, это вот, наверное, хорошее окончание сегодняшнего стрима. Так, у меня здесь все настроено вроде бы. Хорошее окончание сегодняшнего стрима. Либо кирдык нам всем, либо мы молодцы. Forward! Моркан какой-то сгил. Ребята. Блять, откуда вы здесь взялись? Алло. Как так вышло-то, блять? Как так вышло-то, что вы здесь? Хера себе, блядь, меня смотрите, как походцы. А, недостаточно, сука. World!
Кто-нибудь, блядь, поможет из пехоты-то, ёпта. Ух ты, хорош! Прилетело, блядь. А, где все дебилы, блядь? Конница, хуёница. Как так вышло-то, что я в самое пекло забежал? Я вообще не понял. Мы всаживаем, походу, блядь. Организуйте, ёпта, все сдохли, что ли? Ой, сколько красноты пошло, блядь. Это пиздец. Держитесь, ребятки, держитесь. Как я, блядь, оказался в ближнем бою, я не понял, серьезно. Оказался не намного дальше, блядь. Это отсос Петрович. Чары, блядь, я вас отпускал. Все забрали к херам, блядь. Одно говно оставили. Конок. Первый плен. Нет, я ничего вам платить не буду. Принципиально. Блять, все войско просрал. Ёб твою мать. Качал, ходил. Так, один мой товарищ сбежал. Все, мы в мире теперь, блядь.
ошибись. Опять давайте бомжей качать. Ой, ёб твою мать. Вы чё, блядь? Охерели совсем. Все, всех собрали. Так, 15к у нас, да? Надо организовать берчеги где-нибудь, какой-нибудь этот, мастерскую, чтобы был доход. На этом, наверное, закончим. Если дойдем, конечно.
Infantry, move! Где мамзелька-то это? Похуй. Так, здесь я боюсь уже что-то брать. Так. Стоп, мне надо что? Торговля. Торговля. Все продаем. Рыба по 10. Берем. Берем. И что у нас? 15 тысяч, да? Целых две банды. И мастерскую сейчас какую-нибудь организуем, и все на этом. Так, я не посмотрел, что здесь есть у нас вообще. Лен, блять, лен и рыба. Лен и рыба. Да, кстати, лен очень дешевый. Окей. Что-то нужно сделать со льна. Производство бархата. Сейчас попробуем его выпить. Хлоп. Нет. Купить эту мастерскую. Ткацкий цех. Грубый лен. Полезное белье. Так. Ой. Стоп, я куда пошел? Так.
ткацкий цех, это уже лен, винодельный прикидный цех. Из овечьей шерсти. Столярная мастерская, какой-то средний. Ну да, вот ткацкий цех. Грубый лен ткут в полезное белье. Многие люди покупают его для общего пользования. Это также нужно для изготовления одежды и доспехов других мастерских. Бери, что хотите. Уверен. Так, с деньжатами мы распрощались. Пока в плюсе, но у нас пока и войск-то нет. Войск толком нету. Так. И его ребенок. Давайте вот к ней еще сгоняем. Пытаемся с ней еще переговорить разок. Здесь. Блядь. Не забываем, что у нас очень мало бойцов. Сейчас нельзя так. Оп, вот этот, наверное. Да, они оба здесь как раз. Давно не виделись, ага. Так, и хорошо, я думаю, над этим. Еще раз, она у нас кто? Она у нас жестокая и скупая. Мне нужен партнер, которому я могу доверять. Что известен. Как тот, кто знает цену преданности. Я просто не... Как можно говорить, я вам не нравлюсь? Такое можно говорить, я вам не нравлюсь. Возможно, если бы вы знали, как я люблю вас, полюбите меня. Вот это, наверное. Отлично. Я рада это слышать. И мне есть принять ваше предложение. Хорошо. Авангард. Блять, а у меня сейчас денег нет на выкуп. Эпта, ты Авангард? Спишь, что ли? Стоять, Эпта. Я им отдаю все, и этого все равно не хватает. А что ты хочешь тогда? Что тогда тебе надо, блядь? Потому что на данный момент мы должны отложить этот разговор, но можно мы сможем поговорить о нем позже. Ну окей. Короче, надо накопить бабасиков. И прийти к нему с выкупом. Ушел. Хорошо. Козлина, блять, как этот забрать? Так на, пожалуйста. Знамя это дурацкое. Ёпта, думал зерно по 6. Это дорого, по 14. По 10 здесь уже зерно. Ладно, все хорош, заканчивайте. Soldiers! Forward!
Everyone! Так, слушайте, а мне же нужны теперь лучники. Где лучники? Лучше всего с кого качать. Ладно, я об этом подумаю. Давайте сейчас завершимся. Город сюда, Вормурф, бегаем. Арена, не арена, тоже турнир. Мы готовы. Все. Здесь вот мы сохраняемся. Остановить заговор. Попробуйте остановить заговор. А как это сделать? 19 дней. Ёпта. Сила заговора. Никого. Надо кого-то с кем-то переговаривать, наверное. Так, давайте, хорошо, сохраняемся. В следующий раз продолжим. Да. Рад был всех видеть. Спасибо, что заглянули. Запись будет на Ютубе. Кому интересно, прямой эфир, пожалуй, добро пожаловать на Twitch. Сегодня прощаюсь, всем пока-пока.